Дорогие друзья, всем привет! Появилось небольшое количество огурцов, которые можно уже закрутить. Буду делать классический рецепт. Это рецепт, который дала мне моя свекровь. Стабильно получаются вкусные, чудесные огурцы. Огурцы перебрала, отрезала все лишние хвостики, выбрала самые хорошие, ровненькие огурчики. Залила водой, и они должны таким образом постоять 4-5 часов. Банки у меня чистые. Я их отмыла как следует содой и обдала кипятком. Теперь начинаем закладывать сюда специи и травы. Значит, в каждую банку кладем зонтик укропа. Так, затем 2 листочка смородины. По 2 листочка смородины. По листочку вишни. И начинаю закладывать плотно-плотно огурцы. Итак, огурцы плотненько в банку уложены. Следующим действием делаем. Готовим рассол. На литр рассола 2 чайные ложки соли. 2 столовые ложки соли. И столовая ложка с сахаром. Ну, можно чуть-чуть побольше. Я люблю сладкую заготовку. Ждем, когда это дело все закипит. После того, как рассол наш закипит, заливаем банки на 15 минут. Накрываем стерилизованными крышками. Постоит 15 минут. Рассол сливаем обратно. Еще раз кипятим. И на второй раз добавляю сюда уже непосредственно в банки чесночок, чайную ложку уксуса 70% эссенции и закатываем банк. По этому рецепту закатывает огурцы моя любимая свекровь. Получается шикарно, едим с большим удовольствием. Итак, заливаем первый раз кипящим рассолом. Аккуратно, по чуть-чуть. Так, рассол полностью заливает огурцы и накрываем крышками. Крышками банки накрыла, оставляю на 15 минут. Прошло 15 минут, сливаю рассол обратно в кружку, заново его кипячу. Забыла положить перец горошком, поэтому сейчас я этот перец горошком уже положила сюда, он прокипит. И залью обратно его по банкам. И рассол уже будет в банках вместе с горошком. Рассол кипит. И начинаю его быстренько разливать по банкам. Добавляю чайную ложку уксуса и закатываем. Чесночок я уже положила. Чесночок? Да, чесночок. Так, теперь очередь за уксусом. Свежий уксус берем. Закрываем. Закрываем. И дальше зовем мужа. Потому что закатывать банки – это его работа. Саш! Чего его звать-то? Ну все, давай новым ключом пробуем. Люди хвалят, говорят, хороший, удобный ключ. Фирма. Ну что, успех? Ну, не знаю, вроде крутит. Все, до конца. Ну давай посмотрим просто. Выглядеть. Да, вроде нормально. В качестве теплушки у меня обычно выступают старые куртки на синтепоне. Ну, теплушка у нас вот так вот выглядит. Ванночки переворачиваем. Вот. И укутываем. Плотно-плотно. Илюшина старая куртка, он ее не носит. Так, вот так вот. Да. Вот так вот и рукавом не поднимаем. Ну, все.